Как тебе новый чемпион в легком весе, Ислам Махачев? Я знаю, что ты с командой Хабиба Нурмагомедова в хороших отношениях. И вот когда был турнир в Актау, я видел, что вы тоже там вместе проводили время. Ислам хороший, он будет, мне кажется, долго держать пояс этот пояс. Пока, не знаю, пока не уйдет, мне кажется, вот так. Давай теперь про тебя поговорим. Тебе дали Джеффа Нила. У вас уже была такая с ним перестрелка в Твиттере. Ну, как я понимаю, в Твиттер ведет тебе Саят, да? Ну да, в принципе, он говорит, я добро даю, потом начинает писать, получается. Что вообще о сопернике скажешь? Хороший же, да, бокс? Я так понимаю, что с борьбой у него не супер. Хороший ударник такой, неплохой. Не просто так, мне кажется, шестой номер его поставили. Выше стоит сейчас. Как раз для меня хороший бой, хороший проверковый. И вот еще продолжая история с Актау, когда вы с Хабибом там вместе проводили время, не было мысли попробовать сборы пройти там в команде Абдулманапа Нурмагомедова? Сейчас у них есть очень сильный средневес, Магомед Расул Гасанов, это чемпион ASA. Ну и в принципе у них тоже появились большие парни, ну твоего веса. Пока таких мыслей не было, может в будущем, если возможность будет, конечно, мне было бы интересно с ними позаниматься, потому что у них очень хорошая школа поставлена. Расскажи еще, что вообще подумал, почувствовал, когда началась перепалка между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым? Просто все ждали, что будет что-то подобное, но с тобой и с Чимаевым. Да, не знаю, просто увидел, что просто смотрел, что делать. Я же тоже не спрыгнул, что там начинает драться. Да. Просто наблюдал и все. Но не было мысли перепрыгнуть как-то там в забор и тоже вписаться во все это? Не для меня это как, не знаю, не хочется таким делать. Если был бы со мной конфликт, конечно, я бы подрался бы, а так со мной не было, я бы со стороны наблюдал, смотрел и все.